1 августа. 2015 года. Решение суда забирает сюда. Здравствуйте, Катерина Михайловна. Я Степан из Варгачина, Горячев Антон Николаевич. Что это вы мне представляете? Так, подождите, стойте. Что нам дали? Слушайте, мне дали документ без росписи, не знаю, сейчас то ли на принципе, то ли на чем, то есть если ознакомиться, печати нет. Откуда этот документ, то соответствует, тоже нет. И там ничего не стоит, да? Так, сейчас я выручу трубу, на то, чтобы она предоставила детей на завтрашний день. Угу. Так она уже, может, не откроет. Она обязана. Екатерина Николаевна, откройте, пожалуйста, дверь. Судебный пристав исполнитель города Гатчина. Я вам вручу документ. Я отсюда уйду. Интересно, а предоставить вам возможность увидеть ребенка? Ну как, еще не 3 лет не давала. Я думаю, что и сегодня есть исключение. Тихо. Екатерина Николаевна, не испытывайте терпение судебного пристава. Откройте дверь, вы должны, вы обязаны это сделать. Выйдите, пожалуйста. Прочитайте, пожалуйста, во-первых, мои требования на завтрашний день, это раз. Повторю, данный документ не является подтверждением того, что ребенок болеет. Покажите нам, пожалуйста, что ребенок болит. Отец должен знать то, что ребенок болен. Кому я должна предоставить ребенка, то, что он болен? Взыскать передо мной. Где это написано? Возьмите, пожалуйста, требования на завтрашнее число. Также я вас уведомляю, что в понедельник, если вы не предоставите нужных мне документов, будут вынесены 4 штрафные санкции за сегодня и за завтра. 4? За завтра? 4? Да, в понедельник придите, я вам почему все объясню. Почему 4? Потому что за каждый день я буду ставить 2 штрафные санкции. По 5.35 КОП Российской Федерации. 17. Почему 4 штрафные санкции за один день? Первое за неисполнение требований, второе за неисполнение родительских обязанностей. Да ну что? Где нет родительских обязанностей? У меня ребенок на лечении находится. Предоставьте мне, пожалуйста, ребенка. Я ребенка предоставлять вам не обязана. Я вам обязана предоставить только справку. По возобновлению. До свидания. Вы просто уклоняетесь от решения суда. Все, я должника поставил известность. Угу. Пойдем тяг составлять. Может, да. Я закончу передачу? Руки трясутся. Сейчас составим этот акт. Выключаю, да? Заканчивай с видеозаписями.